Привет. Наше приключение продолжается. Теперь мы едем уже на двухэтажном поезде Москва-Сызрань. Завтра утром мы прибываем уже домой. Сейчас я проведу небольшую экскурсию, покажу, как тут. Это вот такой первый этаж. Пашечки. Девушка какая-то стоит. Едем в Подмосковье. Такие вот купешечки. Вон туалеты какие тут. Горячая вода есть. Вакуумные. Вообще круто так все сделано. Опять эта девушка уйдет. Пойдем сейчас на второй этаж покажу. Зеркало. Ковры. Тепло, в принципе, хорошо. Не очень удобные вот вторые этажи сделал. Очень сложно залезать, мало места. Ну, все, едем, завтра утром приедем. Сниму еще небольшое видео.